Так, всем привет, дорогие друзья, с вами Тагир Скиффи, у нас сегодня Star Wars Empire at War, и мы наконец-то начнем сюжетную кампанию. Так, одиночная кампания, новая кампания. Пройдите сюжетную кампанию с начала восстания до окончания победы в галактике. Значит, это первое, типа, за повстанцев. И я не возражаю. А, играть за повстанцев, играть за империю. Давайте возьмем сразу средний уровень и будем играть за империю. А почему бы и нет? Там тоже люди. Так, выберите свою судьбу. Выбираю. Так, давным-давно в далекой-далекой галактике. Star Wars. Ой, придется мне, чувствую, вырезать эту песенку. Мелодию, в смысле. Empire at War. Вся галактика находится под пятой галактической империей. Единственный оставшийся островок сопротивления – крошечный альянс повстанцев, который осмелился бросить вызов имперской военной машине. Империя готовит супероружие «Звезду Смерти», которая сможет без труда сокрушить восстание. Вступив в строй «Звезд Смерти», сможет уничтожить целые планеты. Но в рядах Империи обнаружился предатель, который выдает мятежникам военные секреты. Император поручил своему ближайшему сподвижнику Дарту Вейдеру найти и уничтожить двойного агента. А чё, он сам на своих телепатическом, на своем этим всем силой, так сказать, не может вычислить, просканировать, прозондировать всю свою армию? Слабак. Да. Я уже вижу это. Да не играешь ты так громко. Кто это у нас тут прибыл? Мой лорд, мы обнаружили небольшой аванпост мятежников. Они используют заброшенную башню связи для перехвата имперских переговоров. Повстанцы обнаружили наше присутствие? Нет, мой лорд. Мы заглушили их сенсоры и связь перед посадкой. Надеюсь, вы не ошиблись, майор. Одним быстрым ударом мы уничтожим здесь силы повстанцев и узнаем имя предателя. Слушаюсь, сэр. Дарт Вейдер. Так, цели. Выбрать свои отряды и атаковать базу повстанцев на севере. На севере. А вон север, все, я понял. Так, надо вспоминать, что туда как. Это у нас кто? Слушаюсь, сэр. Шагоход. Готов. Штурмовик. Готов к выходу. Шагоход. Да. Дарт Вейдер. Ну, давайте выберем. Вы слишком много на себя берете. Кто? А, это не железяки, так затрахкатели. Так, тут типа непроглядный лес, да? Я не пройду. Ну, хорошо. Следуйте за мной. Прикройте меня. Впереди противник. Где? Огонь на поражение. Уничтожить противника. Имперские шагоходы. Атакуйте немедленно. Давай, Дарт, мы крушим. Мы в тебя верим. Никого не щадить. Вот они, поджарим их. Так, а что у них там есть какие-то сверхспособности? Слушаю там вас. Сверхвыстрелы какие-то. Ой-ю. Так, восстанавливаться вы. Что там? А вы все целые. Всегда готов, сэр. Так, описание что ли почитать? Вездеходный разведывательный шагоход вооружен сдвоенно легкой лазерной пушкой, идеален для гарнизонной службы подавления слабых очагов сопротивления. Может вести заградительный огонь по площади в течение некоторого времени. 4 шагохода на батальон. Ага.
Меня беспокоит ваше неверие. Да, оно всех беспокоит, дружище. Так, что это? Используйте способность Дарта Вейдера «Кулак силы», чтобы быстро уничтожить вражескую бронетехнику. Что так, такое? Дарт Вейдер. «Кулак силы». Ага, вот его эти способности. «Волна силы». Ты проиграл. Ты-ды-ды-дыщ. Красавчик. Так, а у тебя что есть? Заградительный огонь. Сосредоточить огонь? Ага. Веду понял. Разведку. А у вас что есть? Залечь. Хыш! Я понял, молодцы. Вы будем знакомы. Вы нашли что-нибудь? Еще нет. Опа! Подготовь. Это Дарт Вейдер. Уходим отсюда. Задайте уходите. Курс. Движемся на вторую позицию. Ваша судьба в моих руках. Ух ты, какой. Какой выстрел. Так, все целы? Ваша что судьба в моих руках. Предлагаю вам всем стать подготовь. Отрядом номер один. Движемся на вторую позицию. Оф. Обойдемся без любезностей. Согласимся. Птички летают даже. И готовься к смерти. Не тебе. Будет сделано. Что-то он не а достал. Чё она загремела? Противопехотная турель. И чё, много моей пехоты что повредилось? Так, где его хпшки? Не могу похвастаться видением. Что еще? Красавчик. Блин, тарахкотят эти шагоходы. Задайте курс. Как металлические бляшанки. Как пожелаете. Выдвигаюсь. Мятежники больше не будут использовать этот центр связи. Уничтожьте его. Сэр, есть сэр. Ну. Теперь ты познаешь. А чё ты только вперед полетел? Вас понял. Жду приказаний. Тю, камера улетела просто. Просто в никуда. А чё я нажал? Не подведите меня. Да. Да. Уничтожь ее. А, против этого не годится. Сопротивление бесполезно. Подтверждаю приказ на прикрытие. Антенная решетка уничтожена, лорд Вейдер. Вы же этих тоже убиваете. Мелюзгу. Что-то меня тут покосали. Мы вас прикроем. Вы слишком много на себя берете. Давай, как Дарт, разбирайся с ними. И готовься. Что-то я при это. Будет сделано, как пожелает император. Ну, уничтожьте турель эту. Ты встретишь свой конец. Открываю огонь. Блин, я столько людей потерял. Надо, наверное, сохраниться. Единица. Все из этой камеры где-то улетело вверх, и я ничего не мог сделать. Да чё так долго сохраняешься-то, а? Ну. Прям такая мощная игра. Так, перебейте мятежную дрянь и выжгите их постройки до основания. Игра сохранена, окей. Как пожелает император. Так, император, что-то твоя армия сильно покосанная оказалась. Обследую местность. Да. Придется тебе, Дарт Вейдер, самому всех убивать. Слушаю вас.
Как тебя подлечить? Так, задать атака, задать атаку. Выдвигаюсь. Меня беспокоит ваше неверие. Для штурма нужно убрать щит вокруг базы. Уничтожьте энергостанцию, потом можно будет двигаться на базу. Вот это вот опять. Отряд уничтожен. Блин, как так? Почему камера улетает? Что такое? Вы нашли что-нибудь? Кто не с нами, тот против нас. Иду. Чу. Что за дела вообще происходят? Глюк какой-то. Веду разведку. Захватите и укрепите эту позицию, чтобы можно было вызвать подкрепление. Изничтожь его. Ваша судьба в моих руках. Готовься. Поддержка будет. Да, давайте мне поддержку, а то не выдержу, чувствую. Следую за вами. Мы вас прикроем. Энергостанция здесь. Атакуйте ее немедленно. Они не уйдут с этой планеты. Что-то слабенько защищают энергостанцию. Высаживаем пацаны. Подкрепление, ожидаем приказа. О. О, целых два звездолета. Это вы молодцы. Так, пехотинцы. Энергостанция уничтожена. Перебейте всех, кто остался. Где? А, вон они уже там. Что вы предлагаете? Я предлагаю тебе сделать вот так. Ты надеешься там скрыться? Дж. Так, это у нас что такое? Тай-молот. Легкий танк. Быстрый легкий танк вооружен скорострельным противопехотными орудиями. Только на тебя и надежда. Так, 10. Что это значит 10? Так, двигатель склонный к перегреву с крайне плачевным результатом. 5 танков на батальон. Это что у них за способность? Самоликвидация. При включении программы самоподрыва двигатель молота перегружается ионами и взрывается, нанося большой урон соседним отрядом. Прикройте меня. Это типа опоздание можно так купить. Так, точка высадки подкрепления позволяет игроку вызывать подкрепление из космоса. Для использования должны быть захвачены. Чтобы захватить точку, надо удерживать возле нее дружественную пехоту в течение нескольких секунд в отсутствии вражеских сил. А цифра 10 что значит? Так, что тут он нам противостоит? В принципе, не так очень много. Дарт Вейдер справится. За ним! Не скрыться. Взвод, марш! Угу. Познай природу темной стороны. Следуем варьергарде. Огонь на поражение. Что-то он многенько урона нанес. Подготовьтесь. Никого не щадить. Так точно. Выполняем. Подготовьтесь. Давай, Дарт Вейдер, беги сюда и свою вот эту волну зажигай. Красавчик. Молот готов. Давайте на подмогу. Дарт Вейдер вообще красавчик. Буквально принес победу. Задайте курс. Пошли. Ну, в принципе, так и должно было бы быть. Дай молот на связи. Он же недаром герой. Подтверждают цель. Вот они. Не подведите меня. Дыщ, красавчик. Готов. Проверяю системы. Они у меня в прицеле. Да. Да, давайте, огонь добивайте. Слушаюсь, сэр. Так, а вы тут что? Иду разведку. Готов к выходу. Все сюда. Все в бой. Никаких иду
приготовлюсь к выходу. Добиваю. Движемся на вторую позицию. Не знаю, это то ли первое задание такое легкое, то ли... Просто что-то как-то все... А, вот еще пацаны бегают тут. Открываю огонь. А ну, изничтожьте их. Вот как понять, что у него этот перегрелся мотор? Меня беспокоит ваше неверие. Так, перебейте мятежную дрянь и выжгите их постройки до основания. Будет сделано. Мы вас прикроем. Они откуда-то бегут и бегут мятежники. Лорд Вейдер должен остаться в живых. Да ну это понятно. Опа. Ваша некомпетентность тревожит меня. Повстанцы явно знали о нашем присутствии. Мой лорд, вероятно, тот предатель, за которым мы... Сейчас у него задушит. Вы подвели меня в последний раз, майор. Ваши услуги более не требуются. Нашли что-нибудь, солдат? Мы нашли кое-какое снаряжение с символикой пиратов. Возможно, повстанцы сотрудничают с ними. Скорее всего, они обменивали информацию о маршрутах наших грузовых кораблей на снаряжение. Восстановите их переговоры. Они приведут нас к мятежникам. Согласимся. Слушаюсь, сэр. Мы победили. Мы победили. Блин, сколько удалять звука придется. Это же ужас. Так, потери противника. Ваши потери. Ту-ту-ту. И чё, где наши потери? Трайфера. Сражение Трайфера. Так, время сражения 16 минут. Возврат в галактический режим. Мой лорд, с Фондора пришел рапорт, что мятежники обратили в бегство наши войска и захватили несколько поселений. Глупцы. Они всего лишь выдали себя. Немедленно уничтожьте их и восстановите любые данные, какие сможете найти в развалинах. Получено новое задание. Фондор. Так что чем больше планет вы контролируете, тем больше к вам поступает денег. Ну, как бы да. Но и тем больше расходы, наверное. Так, ладно, ребята, на этом мы первую серию прохождения закончим. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайк, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Пока-пока.